молодежью. Наш центр чудесно сотрудничает с комиссией по делам несовершеннолетних и защите их прав, привлекая и направляя подростков, попавших в трудную жизненную ситуацию, для участия в работе наших секций спортивных и также в наших мероприятиях, которые мы проводим на территории района. ГБУ СДЦ Чертаново-Южное проводит досуговую социально-воспитательную, физкультурно-оздоровительную, спортивную работу с жителями района. При этом у нас работает 11 досуговых формирований и 16 спортивных. Возраст занимающихся от 2 лет и старше по следующим направлениям. То есть, ну, направления у нас достаточно разнообразные. То есть это и фотошкола, и застудия надорожные, клуб исторической реконструкции, авиамодульная секция «Полет», клуб «Юнэлектроник», клуб «Досуга». Вот, это основные. И 16 спортивных секций. У нас хорошо развит биатлон, лыжные гонки,